Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. За елочкой накануне Нового года ежик решил пойти в гости к Крошу. Управляя кнопками, помоги ему отыскать елочку и побыстрее добраться к домику друга. Отлично! Ты помог ежику отыскать чудесную елочку и вовремя добраться до домика Кроша. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Картинка собрана, и на ней видно, что ежик и кролик Крош готовы к встрече Нового года. Совунья. А что же Совунья? Она тоже спешит к Крошу на Новый год. Помоги ей объезжать препятствия, чтобы поскорее добраться к друзьям. Отлично! Ты помог Совунье быстро добраться до домика Кроша. Молодец! Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. We'll be right back.
Отлично! На собранной картинке видно, что Крош и Ёжик очень рады встрече с Совуньей. Похоже, что праздник будет очень веселый. Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Украсть комнату. Скоро Новый год, а комната Кроша совсем не украшена. Расставь и развесь предметы по комнате, чтобы придать ей праздничный вид. Отлично! Вот теперь совсем другое дело. Комната Кроша готова к встрече Нового года. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Оказывается, что Нюша с Лосяшем тоже собрались в гости к Крошу на Новый год. Вот это сюрприз! Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Дорога к Крошу. Ускоряя и притормаживая санки, помоги Лосяшу и Нюше добраться до домика Кроша, миновав препятствия, которые встречаются им на пути. Класс! Класс! Класс!
Да! Класс! Да! Ого! Класс! Ого! Да! Отлично! Ты помог Нюше и Лосяшу добраться до домика Кроша почти без приключений. Вот друзья обрадуются встрече. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Картинка собрана. И оказывается, что друзьям слишком тесно в домике Кроша. А елочка на улице не наряжена. Что же делать? Помощь идет. На помощь друзьям идет Кар-Карыч. Помоги ему собрать по дороге все елочные игрушки и принести их к домику Кроша.
Отлично! Ты помог Кар-Карычу собрать елочные игрушки и принести их к домику Кроша. Вот теперь встреча Нового года удастся на славу! Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! На собранной картинке видно, что Кар-Карыч решил взять на себя руководство подготовкой Нового года. Раздай предметы. Смешарики так суетились с подготовкой, что некоторые из них потеряли свои вещи. С помощью стрелочек перемешай санки и верни друзьям найденные вещи. Отлично! Ты правильно распределил найденные предметы. Теперь можно продолжить подготовку к Новому году. Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Похоже, что Кар-Карыч дает ежику какие-то важные инструкции по подготовке к Новому году. Ну, значит, о празднике пока можно не беспокоиться.
снегоход. А тем временем изобретательный Пин решил собрать снегоход, чтобы тоже отправиться в гости к Крошу. Поможешь ему? Отлично! Ты прекрасно справился с задачей. Снегоход собран и готов к путешествию. Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Оказывается, к Пину на снегоход подсели Копатыч с Барашем, и они все вместе собираются в гости к Крошу. Вот так компания! По горкам помоги снегоходу Пина и его друзей добраться до домика Кроша, минуя все препятствия на своем пути. Красота. Ты помог друзьям добраться до домика Кроша. Вот обрадуются остальные смешарики. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Теперь видно, что Пин привез коробки с елочными игрушками, и смешарики все вместе их разгружают.
Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Коробки. Помоги смешарикам разгрузить коробки с елочными игрушками. Для этого с помощью стрелок поворачивай, двигай и опускай блоки так, чтобы они закрывали дно стакана. Отлично! Ты помог друзьям разгрузить коробки с елочными игрушками. И что же теперь дальше? Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Thank you.
Отлично! Картинка восстановлена. И на ней видно, что смешарики занялись украшением елочки во дворе у Кроша. Лови игрушки. Управляя ежиком, помоги ему ловить на елочку игрушки, которые кидают Каркарыч и Крош. Отлично! Ты помог ежику поймать игрушки на елочку. Молодец! Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Отлично! Оказывается, Пин привез с собой еще и фотоаппарат и теперь хочет сделать новогоднюю фотографию. Вот это здорово! Раскрась фото. Ну вот, фотоаппарат Пина дал сбой, и на снимке у смешариков перепутались цвета. Помоги друзьям исправить фотографию. Отлично! Ты помог восстановить цвета. Теперь у смешариков будет прекрасная новогодняя фотография. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше. Thank you.
отлично! На собранной картинке видно, что друзья устроили праздничный хоровод около елки у домика Кроша. Вот это праздник! Подарки. А тебе осталось раздать смешальникам новогодние подарки. Поворачивая хоровод с помощью стрелок, выбирай нужного смешарика и вручай ему подарок. Хорошо. Отлично. Верно. Отлично. Правильно. Хорошо. Верно. Отлично. Ты правильно раздал все подарки смешарикам и устроил друзьям настоящий новогодний праздник. Молодец! Поздравляем! Ты набрал достаточно конфет, чтобы украсить свою елочку новогодними игрушками. Собери картинку. Картинка рассыпалась на отдельные кусочки. Расставь их по местам, чтобы узнать, что же произошло дальше.
отлично. Картинка собрана, и на ней видно, что смешарики дружно и весело встречают Новый год. С Новым годом! С новым счастьем! Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?